Ну погнали, посмотрим, что это за зверь такой. Сейчас я тоже соберу. А, блин, интересно, сколько здесь кнопок. Так, в обучении две, походу. Ух ты. Да, это лист. Один пас, второй бросок. Да, две кнопки. Ха! 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 Зашибись начало. Просто прям к Шону подвезли. Угу. Ну вот, 10 команд. Видимо, 10 команд, ну, 9 надо победить. Я буду за Джапенов, наверное. Ну, конечно, кто бы сомневался. Какой такой музончик. Ну, дальше, да что с тобой не так, блин? Фанкис, уже в третий раз я захожу. Ну и все в порядке. Что ж ты не спускаешься-то? Гадина. Гол. А чё, прикольный баскетбол на самом деле, вроде как. Ну, музычка бака, ничего тогда. Ах ты гад. Сравняли, а? Вот, трехочковый. Ну да, в Японии, я смотрю, все приблизительно. Эй! Ну да, они там в середине все. Блин, у меня время вышло. Ух ты. Ну вообще. Да вообще, просто изи. Изи, пизи, фортизи. Ой, 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 ноу! Блин, надо, значит... Вовремя пихаться. Ну, баскет. Окей. Блин. Надо научиться у них отнимать. Да-да-да. Ну как ты, лошара, не забил? Они мне все время теперь будут забивать, да? Замечательно. Да хватит мне тут. Ах ты. Да ну тебя. Downtown. Ай-яй. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну, блин, одно очко. Вот гад. Ваня, хоть ты поступи правильно, возьми негров, блин. Я не успела. Я хотела кого-нибудь. На тебе. Да как так вы все пробегаете мимо? Я у него, блин, очковый. О, неужели я у него... А, нет, он гад обратно отнял. Гад. Так. Давай забивай. Шикарно. 4 секунды, хрен забьешь. На тебе. Я выиграл. Да блин, как ты так пробежал? Мужик!
Во, супершот появился. Вот теперь бы еще. Блин, я. Прям вообще. Ну вообще, они мои перестали забивать. Замечательно. Да ты перестал забивать, они твои. Гад, он даже начал. Начал ловить. Ай, ай, ай. Тихо, тихо. Ладно. Наконец-то. Да блин, ты что ты делаешь? Нет, нельзя тебе попадать. Я выиграла. Ну забивай! Ну, говнюк. Да как это так? Нифига, он такой вернулся, прикольно. Да блин, как вы все пробежали-то? Лихо. Точнее, я все пропустила. Отлично. Нет. Давайте, опа, Гандам Стайл. Блин. Говнюк. Да как они так интересно уворачиваются вообще? Вау. Ни хрена себе, оно. Да. Просрал. А, я могу поменять команду. Ух ты! Ничего себе! Мне бы так научиться. Можно взять... Те, кто трехочковые, забивают хорошо. Китайцев. Возьму этих. Тайвань. Да как так-то? Я его пихаю, а он не пихается. Паш, походу надо выиграть 9 матчей. То 10 команд, одна наша. Подозреваю, что... Есть. 9 остальных я должен победить. Хотя, может быть, и 10. Да как ты так, мужик? Ну чё ты так, мужик? В кепке. Блин. Ну, и они тоже. Ну, козлы! Беги, мужик. Ай-яй-яй-яй! Ну вот если они вот так вот будут сюда забивать... Ой-ой, нифига себе они. Блин. О! 2 минуты. Ну-ка, давайте, корейчики мои. О, поганом ста... Блин, козёл. Вот гад. Отнял, отнял. А, не успел. Да как так вы чё мажете? Кто вас учил играть? Не я явно. Да вы... Да... Что с ними случилось вообще?
Обалдеть. Да пошел вон! Ты слишком здоровый для этих игр. Блин. Черт, еще один. Не, лучше два. О, гад, первый раз не забил. Трехочковый. Мои вообще мажут. Ну нет, ну два очка, ну слышишь. Ну опять не забил. Какой это, блин, мастера трехочковых. Сраные. Зато они мне забили трехочковые. Замечательно. На. Что это за? Я все сделал правильно. Так, надо сейчас забивать. Да ладно, ты и так попасть не можешь, ну куда же? Ой, ты какой-то мазила вообще. Ой, лошара, все просрал, весь матч просрал, а? У меня тут тоже мужик три раза, блин, в кольцо целился, вообще не попал. Такой он не очень. Во, давай снова. Ну, наконец-то. Блин, все разбежались. Вау, они тоже мажут, неужели? Есть. Я специально выбрал команду, которая лучше всех забивает трехочковые. Они, блин, во втором тайме три раза промазали. Ну что за лохи? Блин, у них супершот есть. Они сейчас наверняка используют его. Ну, конечно. Еще и под конец тайма. Да, все-таки, может, они стоят так. Стел, украл. Давай, еще один шанс тебе, молодец. Ты... Дай ему по башке. Ну что за мазилы? Опять промазали. Что-то мои тоже мазать начали. Да пф! Мне как-то не вовремя передается управление к другому игроку. Да не успеваю. Все. Да хватит! Ну ты в кепке, мудак какой-то. Не давала мне тебе возможность играть на поле. Да пф. Окей, пора менять команду. Я лось. Лось? Да, мне так и написали. Это не время, когда выигрываешь. Да блин. Ну, кстати, можно попробовать. Да, давай, все, ладно. Да ладно. Молодцы, ах, ты говнюк. Ну давай, ну забей ты! Ну лохи, ну лохи. Вообще лошары, лошары. Ты уже выиграл хоть одну команду? Ну, выиграл. И вот на второй тоже застопорился, да? Да, да. Вообще просто разрывают. Нет, нифига они не забивают трехочковые. Смысл, блин, их тогда брать? Блин.
Блин, 3-8. Что это за... Фу. Вот так вот. Yeah. Ты свалил меня. Блин, еле отобрала. А, минута. Так, фу. Continue, да. Блин. Ой, не на ту нажал. Молодец. Бери фрицев. Да, да, блин, опять на меня. Так, мужики, не выиграете, я вас нафиг расформирую. Ну, конечно, голы тут некрасиво забивают. Да, ничего себе, найс, действительно. Да, блин, фу! Давайте, трехочковый, ребятки. Трехочковый. Лошары. Блин, за мячиком. Ой, начинается потом путаница. Да куда ты бежишь, блин, лось? Ты... Ой, лоси. И не говори. Не зря им пишут, вы лось. Блин, одно очко. Отобрать, отобрать. Как мудак. Нет, надо брать опять своих коричков. Охренел, охренел. Но только не надо просирать под самый конец, пожалуйста. Да как ты сейчас-то смог не забить? Ну, позорник. Капец, еще и трехочковый. А, не успел даже бросить. Срань, я 6 очков выигрывал. И они за 40 секунд все просрали. Все просрали, все полимеры. Забавно просто слышать, Коля, да? Да хватит. Беру что? Японцев и пофиг. Говно. На тебе, гад, я же тебя отнял. Да блин. О, отлично. Хотя ничего хорошего не было. Давай забивай. Да как? Близи-то просрать. У меня ощущение, что они сами не хотят выигрывать. Я когда начинаю вырываться, они начинают фигню творить. Просто сблизи не попадают. Да как ты перехватил? Схватить не можешь. На тебя вам. Ой, какая каша была. Да блин, ну что вы такие нерасторопные, я прям не знаю. Негры как-то в этом плане получше. Ай, плохо дело. Да, это уж точно.
Да куда ты побежал? О, ну я хотя бы выиграла, слушай. Вторая команда. Минус. Блин, я ее почти уже сколько раз выиграл. Но они все просирают. Ну хоть так. Неплохо. Но теперь-то уж не просрите. Да куда вы все просто мимо бежите? Ну, стадо баранов. Страна козлов и баранов. Вау. На, эти 23 вам. Он говорит, Анька сегодня тащит. Анька молодец. Да они не очень, у меня стадо баранов каких-то, блин. Они, когда начинается, ты знаешь, беготня, очень трудно уловить. Ну, отнять, да, отнять трудно. Да хватит! Фига, он еще и меня толкнул, гад. Не, у, а так надо, что это за у вообще? Блин, вот хрен поймешь, кем бежать, куда бежать, такой бред. Зря я на трехочковые вообще бросаю. Пофиг бы на них. Уже забивать стабильно. Блин, он даже так не забил. Здорово, Бандерас. Чего интересного? Ну, это за сегодняшний день вторая игра на Neo Geo. Да. Но мы так-то он даже до Покета добрались. Так, ребята, давайте. Хотите кушать, выигрывайте. Блин. Все-таки забили. Ну, 2 секунды не успеешь. Да. Не успеешь же. Что вы как мудачье? Вот так бы сразу, молодец. Да блин, ну, как так можно? На. Ну, в принципе, я так и думала. Блин, одно очко. Они еще забили. Фигня, блин. Ну, японцы, ну, мазилы. Да ну. Ну, если я сейчас не отниму. Неужели я выиграл? Офигеть. Ты что, кинцо проскипнули или по уму проходили? Проскипнули, конечно. Ну, в смысле, как? Мы посмотрели его. Ай. Да ну! Вообще полный разгром. Чё это за... Выпендрился и не забил. Ну там, блин, 5 оборотов сделал и промазал. Да какого хрена я, блин,
разбила бы ему мячиком что-то. Давай, давай, отнимай. Ну что ты за... Ой, зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Я, блин, иногда кнопки путаю. А, все, меня рвут. Ой, красавчик вообще. Так бы всегда. Ну ты... Происходит анимация у одного, не успевает передать ход другому, и в итоге из-за этого я теряю, блин, время и не забираю мяч. Что за дерьмо здесь происходит? Это unfair. Три points. Пошел вон! Фу! Как так можно? Что это такое? Началось, блин. Прихвалило. Забрал! Ух ты, как я его прям в полете снял. Блин, 20 секунд. На тебе. Лоси. А, трехочковые сволочи. Да ты вы чё издеваетесь, что ли? Да ты чё, охренел? Сволочь. Прямо отняли перед... моим победным прыжком, а? Есть, вот так вот. Да какого хрена ты стоял? Ничего не делал, барана кусок. Ай, блин. О. Нет, ты не должен забить. А ты должен. Есть. Молодец. Мячик отбирать. Да блин. На кнопку паса. Ну просто сам факт, то, что не всегда успевает в движухе передать, короче, тому игроку, который может сделать. Ну не сделать, который может, короче, забрать мячик. Я что-то обрывисто начинаю говорить. На эмоциях. После баскетбола. Вот так. А, надо было бросать, а? Есть. Я всегда Metal Slug ожидаю от Neo Geo. Так он не выпадает нифига. Да что ты не прыгаешь, блин, дурак? Ну джампни ты! Блин, я не по... я... мне бы их переключать бы научиться. Я так и не понял, вот, как вот, это делается. Вот, да. Так оно само как-то. Ну да, они сами переключаются. Иногда совсем не те, кто нужен. Да. Вот блин. Блин, сейчас они скорее всего будут делать. Вау. Ну, блин, он наконец-таки вроде выиграла третью команду.
Ты с какой борешься? По-моему, с четвертой уже. У меня пока поровну с ними. 19-19. Чё ты делаешь? О! Е-е-е, трёхочковый. Не забил. Победил. О! Да, я 4 победил. Значит, 5-я. Что-то знакомая такая песня вообще, на самом деле. Юджин, ночь! Ничего себе! Тебе тоже ночки. Как ты тут вообще оказался? Я пока. Содрали. Да, я уже я прочитала тебе нефром, что ты тут радуешься. Воу-воу-воу. Он гад. Овнюк. Нифига они не забивают. Бугимен? Я вообще не понимаю, Николай Поздняк, о чем ты. Я более чем в порядке. Спасибо, что спросил. У нас вон, видишь, тут нервная игра в баскетбол. Блин, 9-15, как так? Корейцы, давайте, соберитесь. А ты как? Я? Как твои дела? 7-12 или что? Я у Юджина спросила, да, 7-12. Тоже ничего. Да что-то как-то не особо. Меня рвут. Блин, ну какой. Вот это меня так бесит, блин, когда вот стоит куча мужиков, и ты не понимаешь вообще, каким тебе дают играть, блин. О, мужик, ну ты баран. Клятый диплом. О. Желаю тебе терпения и удачи. Вот главное, когда проигрываешь кучу очков, они прямо трехочковые замечательно забивают. А когда выигрываешь, лучше вообще даже не пытаться, поскольку они по-любому просрут. Ну ты посмотри, они трехочковые только так и лепят. Блин, а. Ну, конечно, тоже так могу. О, нет. Я так не могу. Час назад написал личный вопрос, и тут же влетел мут. По поводу чего был твой личный вопрос? Эх. Да ну! Гоу, гоу. Ничего себе, ты дерзкий. Короче, сейчас в русском PSN тоже купил. Правильно. Да господи, ты даже мячик схватить не можешь. Лошара. Ай, как мне не нравится эта система передач, блин. Она очень странная. Мужички, вы чё? Расслабили булки. Ну, блин, вообще не того. А.
Кстати, чего вы за узкоглазых играете? А чё нет? Чё за расизм? Я, например, люблю голубую форму. Я, походу, просрал опять, по-любому, уже не отыграешься. 14-4, как можно так играть? Дай мяч, отдай мяч. Ой, ё-моё, бросил. Я вообще сейчас не ожидал, что я отниму его. Чё, не любишь голубую форму? Гей, что ли? А что, любое упоминание голубого сразу равно гей? Да! Какая-то глупость. Значит, все маленькие мальчики геи. Кошмар. Ну, их же всегда в голубую одежду одевают. Блин, мужики! У нас из детства. 9 секунд. 9 секунд не должны забить. У них есть супершот. Надо помешать. Да что ты делаешь, мудак? Ты такой мудила. Я бы тебе лицо разбила. Овертайм, блин. Козлы. Ну, давайте. Вот так вот. По лицу тебе. Давай, забивай. Ой, ну не надо. Ты в ничью сыграла? С испанцами? Да, но, блин, сейчас чувствую, они меня... А что там, третий раунд? Да, овертайм. Да. Куда тебя? Я б тебе... Как так можно? Руки и ноги бы оторвала. Ну, как так можно? Ну, блин, у меня тут мужик же один. Давай тоже трехочковый, ну. Что ты слабак такой, блин? Ну все, жопа. Охренеть. Блин, а? Как можно было просрать такой момент? Боже мой. Судя по тому, как они играют, можно. Вот почему не дать ему в этот момент по рукам, чтобы он не забил? Ой, как вообще красавчик. Такой красавчик. Ну можете же, можете. Вот, блин, он меня обманул. Хитрый. Обещал жениться. Да. Сколько матчей осталось? Еще половина. Это ж пятая команда. Вот у меня пятая. У тебя не сколько. У меня пока четвертая. Говнюк! Что такое? О, 21. Я надеюсь, они сейчас не зафигарят меня.
Блин, они мне забили через все поле! И я просрал. Ну что за говно? Ого! Я б за это дала бы карточку, если бы можно было. Вот ты, мужик в кепке, где ты лазил вообще? В углу их ссал, что ли, блин? Ну, какого хрена? Ой, боже, начинается. Давайте отдадим теперь этот тайм. Или сыграю в ничью, ты ж так... Ой... Чуваки, вы что, устали уже, что ли? Дерьмо случается, как говорится. Так, давайте вы теперь забьете, чтобы я... Все, я вытянула все-таки время. Да... Где-то, ну да. Да мы сейчас заканчиваем, по идее-то. Поэтому мы не успеем сегодня ее пройти. В следующий раз придется начать сначала. Такой бред просто. Неописуемый бред. Я специально, блин, время потянула для того, чтобы... Ну уж точно ничего не сделали, и именно в последние минуты... Блин, последние миллисекунды просто. Он забивает мне мяч через все поле и выигрывает на одно очко. Так меня тоже, да. Ну да чё, блин. Ну все, моя команда теперь на минус морали, они не могут даже забить, блин. Козлы, забивай уже. А Пашке, кстати, говорит, что это последние 3-4 стрима, это самая интересная игра. Нет. Блин, тут просто азарт идет. Мне тоже нравится. Да блин, неужели я сейчас выиграю? Ну да. Наконец-то. О, я выиграл. Понятно, ты даже ничего не сделаешь. Опа. Дать тебе леща замечательного просто. Может быть, играть бы научился. Так, команда, я понимаю, что мы сосем, но мы должны собраться. Собираемся и выносим этих испанцев вообще к ебени матери. Нет времени обучать вас. Вспомните все, чему я вас учила. Вперед. Ну, конечно, надо просрать этот бросок. Да. Да каким боком? Mm.
Охренел. А, мячик возьми, блин. Забей, забей. Меня уже моя кучка сброда начинает напрягать. Все говно, давай по новой. Да! Дай по тебе за это. Е-е-е. Так с ними играть. Ладно, 17-17. Да, блин. Да как ты надоел? Ну, чувак, ну не будь таким тупым. Да вы что, вы издеваетесь, что ли? Да пошел вон! Гад. Обманул. Да какого хрена вы меня оттуда, блин? Лол, ты тоже сейчас что ли миринду пьешь, Паш? Вот это лол. Я тоже. Какая прелесть! Иди вон. Ух, я, по-моему, Тайвань порвал. О, я, кстати, за Тайвань. А, не, я не за Тайвань. Я за Корею играю. Да, порвал. Да как ты мог прыгать так по-идиотски? Все, это наш шанс. Либо си... Да и... Что вы все, я не знаю... Я даже уже заметно лучше играла. Ну, заметно же! Заметно. Не, я уже, по крайней мере, там отбивала. У нас счет-то смешной, 5-7 всего лишь был за два тайма. Да, блин, козлина. На, говнюк. Вот так вот. И чтоб так до конца игры... Блин. Да как так? Ладно. Ты, кстати, пользуешься супершотом, да? Ну, когда есть, да. Блин. Ну, что надо трехочковый забивать, когда у тебя супершот? Да, 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 ну в курсе. А, ну хорошо. Не, ну я так. Не, конечно. Блин, а только сейчас у меня случайно. Не на 3 получилось, а на 2. Хотела еще плюс ко всему растянуть так, чтобы под конец, когда таймер... Блин. Да, ну хотя бы так, ладно. Да блин, вот
Офигеть. Охренел. Сволочь какая, а. Ладно, я сейчас, может, за счет супершота затащу. Он свой супершот просрал на двухочковый. Нет! Когда нет. Ты начинаешь думать по то, что все будет хорошо, все обязательно будет плохо. Он просто берет и мой пас прерывает. Нормально. Мужик к успеху пришел. Блин, я что-то теперь прыгаю поздно. Не успел бросить. Да, фух. Да что ты делаешь? Ну нет. Не, ну вроде игра нормальная. Конец-то. Затащим уж. Ай, рано. Рано прыгнула. Воу-воу-воу. Дерзкие. Что мы делаем все? Вы не проигрываете. Да офигеть вообще. Чуть итальянцы меня бьют. Они надо мной издеваются уже. Они просто кидают через все поле теперь. А второй там подбирает и добивает. Да блин! Обалдеть. 10-3, замечательный счет. Слушай, ну в этот раз, в этот стрим-то мы точно уже, наверное. Чего? Или пройдем? Ну не знаю, это может затянуться. Ты хочешь пройти? Не знаю, я что-то на самом деле уже подустала. Ну вот, я и говорю, с следующего раза отложим. Ну, в игре разобрались, все будет норм. В принципе, мне 3 команды осталось, вроде. 3 же. Давай. Ну, хотя бы... Эй, пошел вон! Вот так вам. Разрыв одного очко, это не есть много. Да как так? Блин, рано прыгаю. Я нет, не собирался сейвиться, все сначала начнем. Как сейвиться? Да как ты прыгаешь? Откуда ты прыгаешь? Потлатый. Да бу, ну что это? У них еще супершот. Не, 4 команды осталось, не 3. Ладно. Ну чего нет? Да, у меня как раз таки тоже уже все. Тащите, в следующий раз они еще сильнее станут. Никто ничего не станет. Нормально все будет. В следующий раз мы будем с новыми силами. Да. Как зачем сначала? Потому что в этой игре не предусмотрены сейвы, поэтому играть надо будет сначала. Вот поэтому. Ну тогда что, все? Да. На этом можно и заканчивать наш стрим.